Вопросы цифровизации книгохранилищ и их ресурсов обсудили в Южной столице. Город принимает научно-практическую конференцию «Культурное наследие». Здесь объединилось библиотечное сообщество страны. Обсудили в том числе вопросы создания модельных библиотек. Сфера библиотечного обслуживания переживает большие изменения в лучшую сторону. Сегодня библиотеки меняются принципиально, они становятся такими своеобразными многофункциональными культурными центрами, которые обеспечивают досуг своим посетителям. Мероприятие стало кульминацией 12-го интеграционного форума, который проводит президентская библиотека имени Ельцина в сотрудничестве с Министерством культуры Ростовской области. Конференция на Дону прошла впервые. Программа мероприятий продолжится в четверг. В Таганроге будет открываться очередной электронный читальный зал, который предоставит общественности Таганрога, нашим читателям, студентам, школьникам непосредственный доступ ко всем богатствам электронных ресурсов президентской библиотеки. Организаторы отметили высокие достижения Ростовской области в развитии сети библиотек.